По новым правилам, доходы пенсионера сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, установленного в регионе, в Подмосковье это 9908 рублей, а затем уже повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка устанавливается сверх прожиточного минимума и не уменьшает доплату к пенсии, как было ранее. С мая начались выплаты прибавок. Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за 5 месяцев, начиная с января. Перерасчет пенсий проходит без заявлений. Суммы проведенных индексаций будут пересчитаны с учетом нового механизма и выплачены в новых размерах до 1 июля. В среднем страховые минимальные пенсии в результате индексации по новым правилам увеличились на 500-800 рублей.